Нойс-лагерь, 28 января 2023 года. Это ДОС, один из ДОСов, рядом, можно сказать, рядом с клубом. Недалеко был клуб, недалеко штаб войсковой части 84-565, автомобильный батальон, он туда, влево. Это здание, вроде как даже санчасть была, не могу точно сказать. Это тыльная сторона этого объекта, мы были внутри не один раз. Есть у нас и фото, и видео. А мы с этого места подойдем к штабу автомобильного батальона. Ну, здесь немножко посмотрим. Вот стена, это боксы. Тыльная сторона боксов. И тут кое-что изображено. Вот, например. Что тут можно увидеть? Ну, кое-что можно. Картинки можно, а вот прочесть уже сложно. Ну, при желании можно. Вот карбюратор видим, как регулировать. Например. Да. И другое там какое-то. И другие устройства. Инструкция. Или же наставления какие. Вот здесь уже не видно ничего. Что-то связано с правилами движения или с условием движения. Вот здесь получше видно. Да, тут получше. Карта так, новых маршрутов по новых установ. Не знаю. Схема. А каких? Ну, в общем, маршрутов. Ютурбок в центре. Дама. Любенау. Видно. Петкус. Карта здесь, да, карта или же схема. Сюда, если зайдем, там опять-таки заходить даже не хочется. Там изрисовано все, по-моему. Ух, зацепился. Да, тут ворота. Вот они были. Навесы остались. Ворота. Мы их зашли. Вот тут что. Тут правила. Знаки движения. Вот нижние мы не смотрим. Да, вот это тыльная сторона. Или бок. Бок или, да. Боковая сторона одного из боксов. Это могу не. Как я и уже анонсировал, мы пройдем с этого места к штабу автомобильного батальона. Опять мы назад через эти ворота. Вот это здание, которое, боюсь сказать, за санчасть. Хотя, может быть, и правильно. Заходить не хочется туда. Заглянуть, заглянем. Нет, на санчасть не похоже. Обычно санчасть кафель. Да. С этой стороны. Как нам тут прошли? Где-то сирена загудела. Это тренировки всякие. Для пожарников, для подобных служб. Посмотрели мы это здание. Рядом тут был фонтан. Небольшой бассейн или место отдыха здесь же. Он интересный, треугольной формы. Треугольник вытянутый. Вот он как сделан.
Ну, курилкой не скажешь, поскольку тут нет признаков пепельницы, скамейки. Вот этот фонтанчик в центре. Да, покидаем это место. А за спиной мы бы развернулись. Вот развернулись. Вот здесь были уже казармы. Казармы. Два ряда, четыре штуки. Дальше еще одна казарма была там. Поперек этих объектов. И клуб. Вот здесь клуб сразу. В этой яме. А здесь казармы. Здание казарм. Фотографии мы успели сделать. По-моему, начинали с видео. Есть у нас. Потерялась группа «Алтыслагерь». Да, идем к штабу. Недавно я узнал, что это именно штаб автомобилистов. И номер войсковой части 84-565. Да, покидаем. Прямо, вот на углу этого здания, прямо склады. А это тропинка, это животные. Животные тут натаптывают, кабаны, косули. Вон белого кирпича, белого цвета здания, это и есть склады. И вот мелькает серенькое здание, это здание штаба автомобилистов. Наткнулись на шиповник. Вот он какой. Снег не пошел еще. Начинал лететь, но не пошел. Это третье сегодняшнее видео. Мы здесь ходим по Нойс-лагерь. Велосипед попался. Вот он, на нем должны уехать. А вот прямо здание, это штаб ракетной бригады. Войсковая часть номер 60-606. А в этой яме и был клуб. Вон такая яма. И туда казармы. Дальше, так наискосок, там стадион и жилая зона. Площадка, шиповник, вот он. Вот мы туда идем. Мы уже знаем, это штаб, здание штаба ракетчиков, прямо это красного кирпича здание, это крейсер, общежитие. А тут дорога пошла прямо ко входу в штаб. Склады, которые тоже упоминали. Пошли поближе. По дорожке. Да, градусов, наверное, сейчас температура 1 градус тепла. Прохладно. Магония произрастает везде. Вот он, это штаб. Штаб войсковой части 84-565. Автомобильный батальон. Во всех помещениях мы были. Там ничего не изменилось. Это крейсер. Штаб.
Не заходим, нет. Но мы знаем, если возможность, если желание есть, мы можем зайти, конечно. Вот тропинка. Чё тут ходят животные? Чё тут им ходить? Даже, может, еноты здесь тоже обжились. Это площадка перед штабом. Перед зданием штаба. Сейчас мы развернемся с этого ракурса. Посмотрим. Вот с этого ракурса. Летом, конечно, уже тут не видно не только этот штаб, но не видно и здание общежития. Как не видно и здание штаба ракетной бригады. Вот прямо. А где-то уже, вот уже поехали на пожарники. Слышали, наверное, сирену? Наверное. Да, еще могу пояснить, пока мы тут ходим. Вот тут сразу с правой стороны, вот так прямо будет. Вот что-то тут задергался. Прямо будет водоем. Чуть правее столовая офицерского состава. В подвальном помещении здание. Узел связи. Карбинда. Это склады. Начинается. Везде мы были с вами. Стоит зайти на канале YouTube. Плейлисты найти Noise Lager. И там видео. Как, впрочем, такие же видео размещены в Одноклассниках. В группе Altus Lager. Ну, за фото я уже молчу. Очень много фотографий. Вот с этого ракурса. Штаб автомобилистов и крейсер. Потихоньку выходим и будем завершать. Будем уезжать. Да, территория входит в состав заповедника. Это опять же на тот случай. Меня спросят, почему же тут они забросили. Почему-то не надо никому. Надо, это все надо. Все это будет использовано. Да, если сломает эти все строительные материалы или мусор строительный будет использован для строительных строительства дорог, каких-то фундаментов может быть. И заповедник будет здесь, будет лес. Будут спокойно ходить животные, которых мы сегодня не видели. А вот мы на дороге стоим, это дорога. Вот и чуть мы не упустили момент. Вот дорога. Это можно было выйти туда. С левой стороны будет на стадион. Туда можно было выйти. Если мы развернемся. Вот этот дом, который ДОС. И вот сюда дорога выйдет на угол туда. И мы на дороге. И мы пошли к велосипеду и уезжаем. Да, мы ходим сейчас по территории заповедника. Но охраняется она пока как еще вот объект, который будет снесен, будет санирован. Снесен или как уж там сказать. Под охраной. До свидания, до новых встреч. Шиповник. Ну как не подойти к шиповнику? А, тут какой. Как посмотреть, что везде? Это пасмурно все, так бы хорошо было видно. Ну и так увидали. До свидания, до новых встреч. Ну и Noise Lager, 28 января 2023 года.